Новой высотки на месте легендарного синего домика не будет. Опасения жителей напрасны. Здесь появится красивый сквер. Работы по его благоустройству уже идут полным ходом. На данный момент происходит вертикальная планировка данного участка, чтобы отбить все в отметку. Вот. В дальнейшем производятся работы по покрытию брусчатки, основанию для покрытия брусчатки. Через неделю привезут плитку, будем монтировать плитку. В ноябре должны завершить укладку брусчатки, до конца декабря установить малые архитектурные формы. Детская и спортивная площадки, зона для настольного тенниса, пешеходные дорожки. При создании сквера старались учесть интересы всех жителей. Не хватает лавочек. Ну, можем добавить. Давайте добавим. Я думаю, раза в два надо добавить. Особенно там, где детские площадки, бабушки сидят, ждут, родители. Интересы у местных жителей разные, а вот просьба была одна – сохранить старые деревья. Чтобы во время проведения работ они не пострадали, строители их укрыли. Озеленять сквер начнут уже осенью, если позволит погода. Работы по озеленению и конечному, в том числе асфальтовому покрытию, ну, мы знаем то, что в данный период, зимний период, они не проводятся там до плюс 5, ниже уже нельзя проводить. Соответственно, возможно, часть работ перенесется на весенний период. Но это та часть, которая ни в коем случае не будет влиять на, так скажем, на полноценную картину и приятного внешнего вида. Свой окончательный вид сквер приобретет весной, когда завершатся работы по озеленению. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».